Всем приветики, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня с вами готовим быстрый и вкусный пирог. Все ингредиенты у вас точно имеются бюджетно, просто. Никакие миксеры, ничего вам не потребуется. Духовка единственное, что сегодня нужна. Но надеюсь, она у вас есть. Все, друзья мои, начинаем уже приготовление. Ведь вкусненького хочется. Начнем все просто. В миску разбиваем 2 яичка. 200 мл кефирчика сюда же, в эту же массу. Чтобы сладенько было, 100 грамм сахарок добавляем. Муки обязательно. Сода чайная ложка сюда же, все в общую массу. Практически готово, осталось все перемешать. И последний штрих, добавляем сюда 4 столовые ложки либо любого джема, либо варенья. Что там у вас есть, то и добавляйте. Ароматный клубничный рай, теперь все осталось перемешать и готово. Если вдруг тесто будет немного густоватое, джем густой, то добавьте там пару-тройку столовых ложек кефирчика. И все. Вот такое оно должно быть, жиденькое. Осталось переложить и готово. Духовка на 180 градусов, режим вверх-вниз на 30-40 минут. Ну что ж, товарищ готов, осталось нам его вытащить, и все готово. Извлекаем из формы. Ох-ох-ох, вот это шикардос получается. Очень мягкий и нежный. Ну и пожалуйста, рада представить вашему вниманию вот такой замечательный кексик. Получается просто, быстро, легко, как он сладко пахнет клубникой, но это в зависимости от того, конечно же, какой вы джем возьмете. Ну давайте теперь попробуем. За счет того, что джем сладкий, сахара можете добавить немножко поменьше, грамм 70-50 будет вполне достаточно. А так получается на мой вкус очень-очень сладко. Друзья мои, но он очень мягкий, очень нежный, рыхлый такой, просто тает во рту. Попробуйте приготовить, вам понравится. Ну, я желаю всем отличного настроения, всем пока, и до скорых встреч, увидимся с вами уже завтра.